Глава МИД Германии. Началась холодная война 2.0. Для президентов Путина и Трампа важна, прежде всего, борьба и право сильного, отметил Габриэль. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал не рассматривать международное сотрудничество как арену для проведения состязаний. «Мы находимся в центре холодной войны 2.0», заявил немецкий социал-демократ в интервью газете Bild, опубликованном в субботу, 26 августа. По мнению Габриэля, мир стоит на пороге нового гонки вооружений как на Востоке, так и на Западе. Для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важна, прежде всего, борьба, считает глава германского внешнеполитического ведомства. Главным приоритетом для них является несправедливость и сила закона, а право сильного, указал он далее. Мир, как арена для проведения состязаний. На ней уважают только того, кто демонстрирует силу. Это опасная тенденция, добавил вице-канцлер Германии. Говоря о предстоящих выборах в Бундестаг, представитель социал-демократической партии Германии, СДПГ, обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в уступках Трампу по вопросу увеличения расходов на оборону и вооружение. «Я считаю, это большая ошибка», — подчеркнул он. Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. Основная борьба развернется между СДПГ и блоком консервативных партий ХДС-ХСС, который представляет Меркель. Предвыборные опросы свидетельствуют о значительном преимуществе консерваторов. Горбачев. Мир настраивается на новую войну. По материалам сайта news.com.